что делаешь? Нет, я про реактор. Кригер поменял настройки. Ты уничтожишь не только Роксон Плазу, ты испаришь весь Гарлем. Я не дам тебе снова меня обмануть! Ты опоздал. Я не дам тебе это сделать. Ты не остановишь меня. Ты не видишь, что делает реактор? Разрушает плазу! Уничтожает памятник Кригеру! Кригер? Я все просчитала! Голограммы? Серьезно? Не смеши! Почему ты мне не веришь? Кригер не мог переделать реактор! Мозгов бы не хватило! Хватило! Надо все остановить! Для моей подруги Фины безопасность людей всегда была важнее мести. Это одно и то же! Слушай, Фина, я говорю тебе правду! На тебя не похоже! Я зря соврал тебе, чтобы вступить в подполье. Если бы я мог все вернуть... Не можешь! Почему ты такой быстрый? Драться? Я не хочу. Поговорим. После отключения реактора... Еще немного, и его не остановить! Нет! Я больше не стану убегать! Ты был единственным, кто был мне нужен! Я с тобой, Фина! Мы знаем все, кому форму нужно закрыть, Роксон! Не получится! Всем плевать! Тебе не победить! Ты это чувствуешь? Нужно остановить реактор! Не подходи! Уклоняйся, хотя не поможет! Ah!
Обожаю. Я только хотел сказать вам одну вещь, чтобы вы не волновались. Нам плевать, если станет так. Даже если весь Гарлем взорвется. Вы что, не понимаете, что наш врагом? К тому же мы станем жертвой террористической атаки. Какая там Роксон-Сити? Скоро будет Роксон-Сити. Всего вам. Остановлю его! Но не так! Я знаю, что ты пообещал Рику, но он был бы против не всего! Не в этот раз! Я знаю, ты чувствуешь ударные волны! Помоги мне! Хочешь правду? Вот она! Рик бы расстроился, узнав! У тебя была возможность уйти! Не заставляй убивать тебя! Ты проиграл! Почему ты борешься? Потому что... Я... Человек-паук! Колеса смерти! Ладно! Надо уклониться! Стой на месте! Не хотела. Не в этот раз!
вместе. Ладно. Дина, я понимаю твое горе. Оно убивает тебя. Откуда тебе это знать? Поверь, я знаю. Но горевать всю жизнь нельзя. Так просто не изб... Ты это чувствуешь? Нужно остановить реактор. Надо уклониться. Если ты понимаешь, помоги! Прошу, помоги! Дай мне остановить разрушение и пойдем домой! Нет! Не успел! Ты почти убедил меня, что у меня снова есть семья! Это так! Пожалуйста, прекращай! Назад! Пойдем домой! Назад! Пути уже нет! Не останавливаться! Я не хочу этого делать, Дина! Не делай! Уйди! Все кончено, Майлз! Да, точно! Не должно было быть! Я остановлю это!
Я так долго не продержусь. Что ты делаешь? Просто отпусти. Так, надо. Эй, парень, беги! Мы ими займемся. Вы видели лицо? Молодец, Человек-паук. Спасибо. Кто он такой? Этот парень? Он наш Человек-паук. Просто не фейк! Да, да, мы знаем. Все так. Саймон Кригер в тюрьме. Аарон Дэвис, он же бродяга. Дал его и Робсон. Дэвиса посадят, но, может, не на весь срок. Думаю, из этой ситуации мы все вынесем важное. Вместе мы сильнее. И здорово, если у тебя по соседству живет Человек-паук.
классно выглядит, Элли. Увидимся. Эй, Майл, куда собрался? Записаться на смену, конечно. Молодец. Скоро увидимся. Пока. Привет, как сам? Порядок, бро, все норм. Еще увидимся. Блин, ну какой же у тебя костюм? Просто шик. Да, я такой. Ага, да. Пит, нам когда-нибудь станет проще? Что-то, да. А что-то проще уже не будет. Для Роксона мы все были лишь расходным материалом. Я, Рик, Фина, весь Гарлем. Думаю, наша задача не оставлять подобное безнаказанным. Включим это в клятву паука. Начнем? Погнали. Trip when I flip up the building, yeah.
Харлема приходит в себя после беспорядков с участием бандитской группировки, известной как «Подполье». И пока корпорация «Робсон» тонет в лавине судебных исков, недавно избранный член городского совета Рио Моралес обратилась к СМИ с просьбой привлечь общественность к сбору фондов для помощи... Показатели в норме, мозговая активность в порядке. Он там слишком давно. Мистер Роза, я понимаю, он ваш сын, но вы его болезнь... его, Курт. Возможно, мы недооцениваем потенциальные риски. Я сказал! Б***ь его! Я все время слышу, как страдающий от гормональных расстройств юнцы и возраста Джареда. Стоп. Сколько тебе? Господи, найди нормальную работу. Так они расхваливают приложение «Дружелюбный сосед-человек-паук». Они утверждают, что этот юный человек-паук может сделать что угодно. Что ж, я только что заказал в этом приложении саганаки из моего любимого греческого ресторана в Астории. И указал, чтобы его доставили свежим и подожгли прямо передо мной в традиционной греческой манере. Посмотрим, сможет ли наш хвастливый человек-паук выполнить это. Пожалуйста, мистер Джеймсон. Мне пора. Джаред, звони в полицию. К нам вломился человек-паук. Он пытается нас сжечь. Черт возьми. Вкусно. Джаред, включай рекламу. Я буду пировать. Нет, не дам. Сам себе заказывай. Это мое. Мое, Джаред. Горячо.
Mm-hmm.